Одессе необходимо еще 400 миллионов госпомощи для выплат субсидий и льгот. Соответствующее письмо городские чиновники уже направили в облгосадминистрацию. Об этом сообщили в ходе аппаратного совещания Одесского горсовета. Записана ситуация по сегодняшнему, на сегодняшний день по льготам, по субсидиям, по субвенции. И с просьбой ходатайствовать о выделении. Мы посчитали на сегодняшний день по тем тарифам, что нам недостаточно объема субвенции.